Вот здесь мне прилетело сообщение, я хочу вам его зачитать в чате. Хотела от ник твой образ называется. Хотела пробовать этот реглан, но мне сказали, что это самое страшное, и не всем фигурам это подходит, что и прикладной реглан требует корректировки, и интерес к шитью пропал. Ну, что ж делать? Вот такое вот бытует на самом деле мнение, что реглан – это что-то невероятное, что мало кому он идет. Я хочу сказать, что идет это всем. Если вы, повторяюсь просто, если вы строите этот реглан на основе своей собственной базовой выкройки, которая сидит на вас так, как нужно, без всяких заломов, без всяких лишних каких-то мешковатостей, просто красиво облегает ваш плечевой пояс, точной рукавчик, вы берете, строите выкройку рукава реглан на той базе, которая вам подходит, и она точно так же сидит, потому что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Потому что при строгом конструировании, при строгом выполнении всех наших правил, а вы уже видели, какие эти правила за эту первую недельку, результат, я вам гарантирую, всем замечательный. Вы уже имели возможность в этом убедиться, когда я вам показывала работы своих учениц. То есть нормально сидит вот этот самый реглан, если сделано все правильно. Подгонка идет, переделка, корректировка, конечно, там, где... Первое, в основе вашей базовой конструкции вточного рукава лежит недостаточно откорректированная, недостаточно точная выкройка, которая не дознает неправильно подобранной прибавки или неправильно сняты мерки, или вообще взята чужая выкройка. Да? Конечно, такой реглан тоже не будет сидеть, потому что все вытекает из нашей базовой основы. Так, Милана, Галина Леонидовна, стоит ли строить для трикотажа на базовой конструкции без выточки баланс 3 или лучше с выточкой? Из трикотажа баланс 3. Если, Милана, у вас получается ваша выкройка из трикотажа по тому уроку, который у нас есть в видеошколе, базовая конструкция без нагрудной выточки с точным рукавом из трикотажа. Если вы научились... поднимать боковой шов, допустим, да, строить. Если вы опробовали эту выкройку, и она сидит у вас хорошо в продолжении первого вопроса, то и выкройка из трикотажа с рукавом реглан на базе базовой конструкции без нагрудной выточки тоже будет сидеть у вас хорошо. Конечно, вокруг груди будут какие-то небольшие вот такие вот заломчики, потому что все-таки плоский крой, он... не идеальный и несовершенный, да? Если они вас не смущают, пожалуйста, стройте, потому что на трикотаже их будет минимум. А вот из сухих тканей, конечно, ни в коем случае я бы этого не рекомендовала. Только из трикотажа можно вот это вот делать, чтобы мягкость ткани соответствовала мягкости ваших форм и облегала, и заломчики сводились к минимуму. Вот так, я думаю, что будет понятно ответить на этот вопрос.